В императорском зале Казанского федерального университета состоялось вручение дипломов MBA. Программа MBA подготавливает магистров делового администрирования. С приветственным словом на вручение дипломов выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я очень рад, что сегодня в этом зале среди выпускников достаточно большое количество руководителей разного уровня, с аппарата президента, с кабинетами министров, с нефтяных компаний. Добрые наши партнеры, энергетики, и сетевая компания, и представители генерирующей компании. Поэтому сегодня уникальный день не только для вас, но и для нас. В Казанском федеральном университете программы реализуются в Высшей школе бизнеса и аккредитованы Международной ассоциацией MBA. Ассоциация MBA является одной из наиболее известных организаций по аккредитации в сфере бизнес-образования. Целью является подготовка менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления бизнесом и адаптированных к современным условиям внешней среды. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.